На, иди лови. Так, что у нас новенького? У нас ничего новенького, ребят, у нас все то же самое, все точно так же, никаких новостей, ничего интересненького. Ну вот сегодня мы снимаем для вас влог. Да? Какое сегодня число? Последний раз какого мы числа снимали? Сегодня 13-й. 4 дня мы не снимали. Да, 4 дня. Угу. Вот так. У Маргариты нет температуры, 36,5. Прям идеальная температура у тебя. А если у тебя голова болит, просто устала. Мама спала. Так, Ксюша у нас все еще выбирает себе клавиатуру. Но все-таки она выбрала которую, клавиатуру, которую она хотела. Ей прям так везет. Ее продают только в Америке, да. Сюда не присылают, в Швейцарию. Только по Америке. Но она нашла у нас здесь. Это тоже беленькая, она светится. Вот видите, у нее светится. Лампочки разноцветные. Ну, она большая. Но... Ну, вот так. Она, вот, они вот другие, так. Они вот такие. Вот этой части нет. Там другие. Ну, это вот и придется тебе только в Америку лететь и там покупать. Ты уроки делаешь? Mm. По какому? Французский. Французский. Опять твой любимый французский. Не двигайся. Где мышка? Давай, бери, бери мышку, бери. Держи, не двигайся. Давай, Бонни. Давай, давай. Ну, Макс. На, Бонни, на. Бонни. Бонни, 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 мышка. Мышка, мышка, мышка. Где мышка? Бонни, вот. На. Смотри, мышка. Нет, я должна отпустить, Макс, сядь. Бонни, сидеть. 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 На. Бонни. Опа. Молодец. У нас Снежочек все еще идиот. Видите? Снежок сыпет. Смотрим, кому она там пишет. Нельзя. Ну-ка, покажи. Сердечки там какие-то. Сердечки там. Ну-ка, покажи. Все, нет. Пишешь. Покажи. Пришло сообщение. От кого? Лине. Я сейчас буду прибираться в моей комнате. Кстати, ребят, я хочу сделать переделку в своей комнате. Я хочу убрать вообще вот этот вот рабочий стол, потому что там только мусор собирается. Вообще, я им даже не пользуюсь. Я делаю уроки всегда на этом столике. В общем, я все делаю на этом столике. А вот это вот, видите, у меня здесь просто собирается мусор. А сегодня я буду просто убираться, а переделку я буду делать на мой канал. Ссылочка в описании. Думаю, на этой неделе я переделаю комнату. Я положу сюда вот эту подушку, чтобы она немножечко пышнее стала. А то она здесь лежит, ее не видно. Подстилку не нашла, но я нашла такую-то, она тоже очень миленькая. Так вот. Свечка что здесь делает? Это что за пакет? Еда была? Да. Маргарита. Если ты этот стол уберешь, то куда это все? Свои все. Смотри, у вот тебя полочки все полные. Куда ты это все уберешь? Это нужно отдельную полку покупать, значит. Купим. А может быть, вот эту полочку оставим, а сам стол, столешницу уберем? Да! Давай? Да. Его же можно открутить, я так понимаю, да? Да, можно. Тогда можно вот эту оставить полочку, а саму столешницу убрать, и все. Тогда все твое барахло будет там лежать. А еще сегодня мы хотим, я хочу убрать елку, потому что уже все. Что-то она уже поднадоела. Мы ее когда нарядили? В ноябре, да? Мы в ноябре поставили елку. И сейчас уже почти середина января. 2 месяца она у нас стоит. Что? Ничего не спас! Чего? Ой, моя. Показывай. Все под контролем. Все под контролем. Покажи. Разбила контейнер? Да. В дребезги? Да. Ё-моё. Можем вот так поставить, и ничего не будет видно. Ну, блин. Вот смотрите, трещина. Ну, хорошо, вот пополам не разлетелся. Так, а я сейчас снимаю вот эти наклеечки. Они же многоразовые. И вот нашла вот такую вот пластиковую штучку. Снимаю маленькие наклейки. Так, ну вот тут уже чистенько.
А знаешь, как тебе можно сделать будет? Тебе можно, если ты уберешь вот этот стол, тебе сюда можно поставить вот этот вот туалетный столик. И кровать можно посередине поставить. И как-то стену украсить. Вот сюда кровать? Да. Ну да. Ты же хочешь посередине поставить? А где столик? Вот здесь? Да. Вместо этого поставить. Нет, столик поставить именно здесь. Ну здесь потом будет кровать. Ну, место будет, он же узенький, он еще меньше, чем вот это. Могу что-то мороженое накладывать. А это с чем? Это карамель и... Это карамелька вот. И орешки. А здесь сразу убирай в холодильник, а то она это... Посуда здесь. Куда ты собралась? В горе? Кататься. Надевать штаны зимние. А серьезно? Они маленькие. Так ты их на джинсы надела, конечно. А на маленькие. Что одевать? На голые ноги, они же теплые. Ты что за херня? Ну, они тебе маленькие уже. Я замерзла. Их нужно Ксюше уже отдать. Ты не даже видишь коробки. Вообще, извини. Все маленькое. И эти тоже маленькие? Да. Ну все маленькое уже. А, зеленая шапочка, посмотри на меня. Маргарит, тебе не идут такие шапки. Ты как этот, у тебя голова такая, как шарик. Осторожно, там где-то Бонни накакала. Ты же загребешь вместе с какашкой. Снежок! Прикольно. Ладно, я пошла, а то сейчас камеру мою засыпет снегом. Ксюнечек вернулся со школы. Пойдет с Бонни гулять. А Маргарита с Максом пропали из виду. Я не знаю, где они. Они, по-моему, ушли на детскую площадку. Нигде их там не видно, они там играли. Бонни, гулять пойдешь? Там снег. Без куртки куда пошла? Ксюша. Так освободи ее, господи, она тянет. Оставить? Как? Нет, я имею в виду, ты отпусти же этот поводок, ты затянула его, зафиксировала. Снегоежка. Каролина вернулась со школы. Это кто тебе конфетку подарил? Она прям как настоящая ракушка. Да. Прикольно. Как дела в школе? Хорошо. Хорошо? Что сегодня делали? Рассказывай. Играли и играли. Угу. Рисовали, играли, да. Еще что-то. Домашнее задание дали? Да. Да? Да. Много? Да. Нет, только один. Только один? Да. Только одно задание? Да. А вчера ты все выполнила? Да. Молодец. Нравится в школе? Да. Буду на трамплине. Буду на трамплине скакать. Ну иди, только нужно одеться. Ты уже разделась. Сявится. Смотри. Ой, какашки. Нельзя кушать. Бонни не хочет ее трогать. Это пиздит. По пузику. Ой, накакала. Кики, ты что делаешь, а? На пузику какая? Невоспитанная. Разве можно какать на свою подружку? Подружайку. Вот такая пушистая твоя подушечка. Знаешь, как хорошо с ней спать? Она такая пушистая, тепленькая. Мы сделали у нас на дворе снеговик. Оп! Так вот. Надеваю тут маленькую. Получилось. Вера, это оха. Нет, оха. Бери это. Такой вот снеговик у нас получился. Куру-куру-ку-ка. Еще сделала сторис в Инстаграм. Все. Вы дальше играйте, я пойду домой, хорошо? Так, сегодня мы будем готовить вот такие вот ракушки. Мы будем ее наполнять фаршем. Фаршированная лапша. Тебе задание.
Сейчас я сначала насыплю соль, специи, и ты будешь фаршировать. Ты должна запихать туда фарш. Да, прям туда. Ну вот, теперь вот так вот будем фаршировать. А потом заливать соусом. Тебя придавило, что ли? А что ты туда лезешь-то? Прижала. Тебе холодно? Я вообще думала фаршированные перцы сделать, но потом, когда я увидела вот эту лапшу, я вспомнила, я ее купила еще в прошлом году. Так, морковка, перчик и лучок. Так, я уже жарю овощи. Лучок, морковку, перчик. Маргарита продолжает фаршировать. Я ей говорю, это у нас получится как ленивые пельмешки. Фаршированные макароны. Ленивые пельмешки. Кто пришел? Папа пришел, да? Папа пришел. Ну-ка, облизывай. Сейчас он помоет его с ног до головы. Дай мне котик. Любовь, морковь. Что у меня получилось? Это еще не готово. Я сейчас буду убирать в духовку. Так, я буду готовить в паровом. Ой. Все. Так, на сколько поставить? Наверное, где-то на минут 30 я поставлю. Многовато. Попробуем на 30 минут, а там посмотрим. Что вам надо? Смотрите, кто к нам пришел. Наш гость нежданный. Здрасте. Ну ты какая мокрая кошка. Все, снег закончился? Нет. Еда больше не идет. Нет, больше не идет. А что, дождик был? Нет. Такой снег мокрый. Да. Смотри. Так, все, ужин готов, садимся кушать. Ксюша уходит у нас с папой в магазин срочно. Ну дай ему покушать-то хоть. Приехал с работы и сразу его. А мне хватит 200. Ну то, конечно, хватит. Мама, надо пинтуру, она еще хочет эти лампочки. Макс, садись, кушай. Ты еще сыром посыпаешь. Макс, садись. Дай ему, Маргарита. Макс, сними эту кофту, то испачкаешь сейчас. Так, я уже сходила за контейнерами. Сейчас будем собирать нашу елочку до следующего года. Оставь ее вниз. Все, забрала. Которую мы видели, там ее больше нету, раскупили. Она стоила 100 с чем-то, 190, 190 с чем-то. И потом ее больше не было, но она была с матрасом. Вот почему она такая была дорогая. С матрасом? Не матрас. С ковриком? Ну, нет, не коврик, а тут была такая штука. А, мягкая. И потом мы нашли вот эту за 88. Когда мы там были, когда мы туда зашли. Опять с цифрами, ты же не хотела такого большого. Ну, там больше не было. Вон, чья вкусняшка? Она как ее погрызла уже. Вкусная, да? Иди к себе туда неси. Вот такая вкусная. Зубки точить. Ой. Мама. Зубки точить. Привет. Не прячься от меня. Я у тебя не буду забирать. Не буду. Кушай. Мам. Работает? Мам, смотри, тут была вот защита. Я открыла, тут оно зеленое. Угу. И каким цветом горит? Ну тут не знаю, как там можно менять, наверное, я не знаю. Сейчас горит фиолетовый. Потому что это вообще-то RGB. RGB это там. Он меняет цвет сам. Видишь, да, я знаю, ну где-то это, если это RGB, значит можно сами менять, где-то можно нажимать и менять. Let's go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun.
The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas. Все, нет нашей елочки. Теперь тут растение будет стоять, как раньше. Вот, все убрала, но еще осталось убрать игрушки в Ксюшиной комнате. И у Маргариты. Но Маргарита завтра будет делать... Вот так вот тебе сделаем коротконогим. Завтра Маргарита будет за переделку комнаты своей, поэтому заодно уберет свои все игрушки новогодние. В общем, смотрите, как цвет вот меняется. Вот так нормально? Ну, как колесиком, да? Да, да. А, да, я только сейчас заметила. Она в круговую. Теперь есть еще, подожди. Помедленнее. А, это так просто вот так меняется цвета. Потом есть вот это. Я сама не знаю. Я сама не знаю, что подожди. Ну, тоже из зеленого в другой цвет переходит. Вот это смотри. Ты нажимаешь. Нет, это... Нет, смотри, оно всегда меняется. Видишь, потом оно опять выключается. Через некоторое время она просто будет. Круто. Теперь вот это, видишь? Вау. Ну, а в другой, у другой клавиатуры не было такого? Нет. Ну, видишь, это же круто. Мне это нравится больше. Классно. Это очень крутой режим. Теперь еще есть вот огонь. Ага, точно. Смотрите, он как огонь. Круто. Клавиатура горит! И вот это я не знаю. Это просто, наверное, просто горит. Зеленый. Она меня не кусает, смотрите. Если сейчас Fine Макс bike. Подойдет, она осторожно, она тебя укусит. Дай мне, дай. Осторожно, Макс. Так папа сказал, что сейчас тоже опять решается вопрос учиться дома, да, везде, во всей стране. Решается опять. Опять они думают, и, по-моему, завтра или послезавтра они скажут, типа, дома учиться или в школе, ну, в общем. Опять под вопросом, в общем. Спокойной ночи. Завтра у нас такой, знаете, день. Маргарита вам сказала, да, уже, что она будет переделывать комнату. Там, конечно, ой, там столько всего она будет делать. Там нужно все двигать, раскручивать, убирать. Поэтому я не знаю завтра, если получится снять параллельно влог и это видео, потому что сколько мы время потратим на то, чтобы изменить ее комнату, все переставить, я не знаю. Поэтому не знаю. Всем пока. Спокойной ночи. Всем пока.